Здравствуйте, меня зовут Евгения, я являюсь хозяйкой данного дома с плоской крышей. Дом построен около 2 лет назад, пережили уже все времена года, был и снег, и дождь. Могу сказать, что нам очень нравится такой вариант крыши. Концепция данного поселка заключается в домах с плоскими крышами. Здесь все дома такие. Это было огромным плюсом при выборе этого места. Нас привлекла уникальность архитектуры, и плоская крыша не то что не испугала нас, а стала огромным преимуществом. Мы смотрели разные концепции домов, и могу сказать, что по стоимости нет большого отличия между плоской крышей или скатной. Наша плоская крыша не требует никакого особого ухода и никаких дополнительных денежных вложений. Вопреки всеобщему мнению, плоская крыша не требует чистки снега. Под тяжестью снега крыша не проваливается, и сосульки по периметру дома не образуются. Весной и осенью, когда бывает дождливая погода, на крыше никогда не образуются лужи, и она не протекает. Мы постоянно используем наш балкон, встречаем рассветы и закаты утром за чашечкой кофе, вечером за бокалом вина. Мы часто приглашаем друзей и знакомых и получаем от них только положительные отзывы о нашем доме. Проводим уютные вечера на нашем балконе, откуда открывается замечательный вид. Если бы меня спросили друзья, то я бы точно порекомендовала вариант дома с плоской крышей.